Еще одна тема повестки дня – болезни животных в республике. За 7 месяцев этого года опасные заболевания выявили в 17 районах. В двух обнаружено бешенство диких лисиц. Сейчас этих животных прививают с помощью специальных съедобных приманок с вакцинами. Мы получили оральную вакцину, и в настоящее время разложено более 17 тысяч доз. Большое количество голов крупного рогатого скота мы привили, мелкого рогатого скота. Ставим задачу по максимуму вакцинировать собак и кошек. Что касается птичьего гриппа, в районах, где выявлено заболевание, продолжается карантин. Птицы изымаются, в том числе у владельцев частных подворий. Сейчас составляют реестр тех, кому положена компенсация. На эти цели выделено более 100 тысяч рублей.